Всем привет! А сегодня у нас всякие неправильные продукты. Да, мы съездили в Пикар, самый мой любимый магазин заморозки во Франции. Это Пикар. И я в основном туда езжу, чтобы купить замороженные ягодки, которые вот подешевле. И вот я люблю там покупать чернику замороженную. Она стоит вот такой пакет 450 грамм около 4 евро. Потом я купила замороженную сливу, уже почищенную. Это для моих фруктовых пюре. Я люблю иногда добавлять сливу, но так как свежий сейчас не найдешь или найдешь очень дорогую, я вот тоже люблю покупать такой большой пакет, стоит около 3 евро. И еще я купила рюбарбу, это ревень. Тоже, знаете, во Франции очень-очень популярен компот из ревня с яблоками. То есть точно так же, как вы делаете любые пюре. То есть компот, я все время говорю, это пюре фруктовое. Добавляют много яблок, каннели, все, что любишь. Можно добавить апельсины и добавляют ревень. Так что я не знаю, любите вы ревень или нет. Мы во Франции очень любим. Сейчас я еще вам покажу, что купили мои мужчины. Влад себе на Новый год купил эклеры шоколя. Такие эклеры они разноцветные. То есть они там с фисташками, с фрамбуазом. Ничего полезного, но сын любит. Это муж захотел мороженое. Оно с фисташками и с Викторией. Вот. Я мороженое могу сделать сама, конечно. Но знаете, когда во время праздника в гости или ты куда-то уходишь, потом по-быстрому надо что-то накрыть людям, а у тебя ничего нету, лучше, чтобы в морозилке было. Я Пикару доверяю. Это у нас торт, называется он киш, то есть яичный торт с луком пари. Вот у меня спросили, лук пари французы любят? Да, любят. Почему я сама не пеку? Я бы обязательно пекла, но так как пока еще печку мы не купили, газовую плиту тоже, так что муж у меня любит и иногда он себе позволяет. И вот в Пикаре, обратите внимание, у кого есть Пикар, очень много пюре. Они 100% натуральные, без всяких добавлений, ни соли, ни сахара, ни никаких примесей. И пюре это из гороха. То есть я люблю делать горошницу. Можно, конечно, купить сухой горох, весь отварить, сделать горошницу. Мы тоже так делаем. Но когда в школе или когда вот мне нужно срочно к зубному, на этой неделе будет несколько раз сходить, чтобы выручить, можно что-нибудь купить и неполезное. А вот интересное купила, если честно сказать, даже больше из-за чашечек купила, потому что мой цвет такой, еще бы две мне таких, дороговато. Это два косуле, это такое блюдо у них называется, из коки сен-жак. Сен-Жак, это... я не знаю, какие Сен-Жак по-русски. Может, кто-то знает? Это морепродукты, коки Сен-Жак, может, точно так же. Муж захотел попробовать, там у них в Пикаре очень много всяких новогодних блюд. Так что мы обязательно попробуем. Мы съездили в дешевый магазин, он у нас называется «Фарфуй», потому что я хотела к новогоднему столу украсить немножко. Так что я купила, это называется «Сет де табле», вот такие под тарелки. У меня будет все в золотом и бордовом цвете, так как посуда бордовая. Вот такие 4 «Сет де табле» стоят у нас евро 90. Вот такие новогодние салфеточки. Я люблю все очень простое. Это так как стол будет бордовый, скатерть такая бумажная, потом ее можно выбросить. И посередине будет вот такая, это как бы дорожка, которая украшает по-французски. Она называется «Tapis de table». Ее
отрезаешь, сколько тебе нужно, и украшаешь. Но как украшу мой стол, так вам обязательно покажу. А мы ездили за овощами и фруктами. И вот возвращаемся домой. Все украшено, но идет дождь. В провинции дождь – это редкость, это правда. Ну, вот так вот бывает и у нас дождик. Вот немножечко и нашу деревню всю украсили. Но в городе, конечно, побольше декораций. Ну все, поедем домой. Влад подхватил микробу от отца, так что сопливится. А я поеду разбирать овощи и фрукты. Надо волосы покрасить, подстричься. А вы придумали наряд на Новый год? В чем вы будете? Нужно уже, в принципе, в красном встречать. Но у меня есть красное. Надо вам аутфит мой показать. Я продолжаю покупать немножечко украшений к праздничному столу. Вот, купила твои такие маленькие свечки. Сейчас посмотрю, сколько они у нас стоили. А, они евро 20, что ли, кажется. Вот. И вот такую большую свечку с запахом малины. По-настоящему пахнет малинкой. Вот, Влад у нас любит. И понравились мне вот такие длинные украшения рождественские из металла. И были они совсем недорогие, всего по евро 25. Так что вот будут у нас вот такие рождественские украшения. Не знаю, или на елку повешу, или куда-нибудь прикреплю на шторы, так как они вот с такими интересными крючочками. Но мне понравились, что они из металла, так что будут нам долго. А эту звездочку вы, наверное, видели. Это Влад, когда еще был совсем маленький и ходил в школу. У нас 3 лет ходят в школу. Я потом про школу все вам расскажу. Он вот такие поделки они с учителем делали. И вот у нас на уже несколько лет эта звездочка, я ее сохранила. Такая красивая, стильная. Мне она очень нравится. Так что вот. Такие у нас. Ну все, вроде... А, забыла вам показать, смотрите. В комнату, где у нас канапе, которое я показывала, кто не видел, переходите на блог, приглашаю вас к себе в гости про жилье у жандармов. Вот, у нас там маленький диванчик, я называю его канапе, по-французски кликляк. И он такой бежевый. И это будет у нас комната для гостей. Мы вот купили вот такие две подушки. Все мы покупаем в этих дешевых магазинах. И стоили эти подушки, сейчас я вам скажу, 3,99. Ну, нам так как с мужем понравились, такой цвет красивый, благородный, на зевзал подойдут. Вот такие у нас были сегодня покупочки. Ну, еще, конечно, продуктовые, как всегда. Как, Лена, без продуктов-то? Ну все, закончилась моя зубная история. Поставила я себе коронку. Показываться вам сейчас не буду, потому что анестезия, еще даже разговаривать сильно не могу. Вот. Но потом, конечно, улыбнусь для вас. И вот хотела показать фактуру. Сколько стоит в Провансе сделать коронку? 760 евро. Вот такие цены. Есть, конечно, цены дороже, есть доктора, дантисты дороже, есть немножечко дешевле, но у нас вот такой. У нас очень-очень хороший дантист, и поэтому, кто живет недалеко от Прованса, я вам очень советую доктор Низу Бенедикт. Вот. Ну все, я довольна. Ну все, опухоль вроде у меня прошла после зубного, и мы поехали заказывать, простите, рамку для генеалогического дерева моего мужа. Вот, я обещала улыбаться. Улыбаюсь для вас. Мы приехали в магазин. Называется Artisan Encadreur, то есть, который делает рамки. Сейчас пойдем посмотрим, что тут есть и сколько стоит. Вот такие рамки красивые всякие.
Заказали мы рамку. Покажу вам, какую делают ее через 2 дня. А теперь совсем рядышком оказалась Икея. А Икея у нас, Икеа, находится далеко от нас, поэтому мы в нее очень редко ездим. Но тут решили посмотреть, что же там продают. Так что пойдемте. Входим в Икею. Любимый магазин всех народов и всех наций. Все наряжено, все красиво, посмотрите. У вас, наверное, тоже так же. Поехали. Влада, уже Рождество? Стол накрыл? Красивый стол у тебя получился. Дай сфотографирую. Ку-ку! А подарков сколько наупаковали, а? Вот какая красота! Вы подарки приготовили под елку? Комната для модниц. Мне нравится. Мне нужны какие-нибудь маленькие чашечки для кофе. О, как красиво. На дереве. Влад выбрал себе комнату. Решил попить кофейку. И а ну, тюну донпа, тюну зенвитпа. А нам не предложите, месье? Ну, конечно. А там жвете ферфото. Вот в Икее сделали квартиру 55 метров квадратных. Точно такую же, как мы купили в кредит. Сейчас посмотрим, как ее можно оборудовать. А это комнотр. А муж говорит, что у нас 5 метров побольше всего. Ну, вот. Все так. Прикольненько. Кто, конечно, любит Икею. Ку-ку, Александр Дюмон. Вот зачем выбрасывать, как это называется, ящики из-под фруктов или еще чего-нибудь. Можно сделать вот такую красивую этажерку. Я дома сделала под цветочки такие. Все украшено в красном. Я тоже буду украшать в красном и золотом. Сенуэль, Сенуэль. Сели отдохнуть. Ходили в Икее. Так что домой надо ехать. Ужин готов. Пока. Покинули мы Икею. Купили несколько вещичек. Дома вам все покажу. А вот у нас тут рядышком море совсем. И там водохранилище, которое впадает в море. Мы совсем недалеко от Марселя уже. Вот. Так что всем приятного вечера, приятной недели и до скорых встреч. Подписывайтесь на мой канал или на Франс. Оставайтесь с нами. Пока-пока! Пока-пока! Я с вами попрощалась и не показала, что мы купили. А мы купили в Икее вот такой паласик. Совсем простенький, но я такой и хотела, чтобы его можно было быстренько почистить, вытрясти. И стоит он всего 12 с чем-то евро в Икее. И подходит под наше канапе и под весь наш стиль. Купили также вторую полочку, точно такую же беленькую, как
Вот эта полочка. Я хочу мужа попросить ее приделать вот на эту стену и поставить все свои баночки красивые с лапшой, с рисом, со всеми сыпучими продуктами. И последнее, что мы купили, это вот такой коврик. Да, коврик. Конечно, он не очень красивый, но мне нужно было что-то. Когда я готовлю, то постоянно водичка на полу, а у нас такая плитка ужасная, что на ней пятна, ну просто замучаешься. Каждый день по 25 раз приходится полы мыть. Ну вот, он меня спасет, можно его потом убирать, вытрясать на время, когда я тут готовлю, будет. Ну, в принципе, наверное, все, что мы купили. Мы очень многое посмотрели, выбрали себе комод, зеркало. Так что в следующий раз все это купим. Ну все, теперь уже по-настоящему с ним. Пока-пока.